27 июля 2012 года. Бар Сторинген. 20 часов 17 минут. Сталкер по кличке Хмель сидел за крайним столом и пил пиво. Не зря его так прозвали. Он все время пил пиво. Ничего кроме пива не признает, даже водку. А пиво, как известно, варилось из хмеля. Вот один пьяный сталкер и назвал его Хмель. Так и привязалось, а главное, что самому нравится. Так вот, сидел он за крайним столиком и думал обо всем, что с ним произошло за 5 лет его пребывания в зоне. Как пришел на кордон с другом, как у Сидоровича 2 форта купили, как нашли первый хабар и отнесли его Сидоровичу. Тот, как обычно, уменьшил цену вдвое. После этого пошли на свалку, где их ограбили 2 бандитов. Они могли попытаться их убить, но это не увенчалось бы успехом. Дело было вот в чем. У бандитов были титановые вставки, обшитые твердой кожей в плащах, и ценный артефакт – мамины бусы, которые отводят пули пистолетов-пулеметов и обычных пистолетов. Хмель было подумал, что так и останутся они там без оружия, и их съест первая стая слепышей. Но не тут-то было. Зона преподнесла оригинальный подарочек к Новому году. Уходя, бандиты сделали ошибку, за которую поплатились жизнью. Отходя, один из них зацепил куст, а за ним была стая псевдоплотей, которая испугалась и понеслась прямо на бандитов. У них не было шансов. Одному проломило грудную клетку, а другому раздробило череп. 2 сырых новичков впервые увидели мясо вперемешку с мозгами и костями. Тошнота подступила к горлу, но, к счастью, все обошлось, и они ушли, целы, невредимы, с 2 артефактами мамины бусы и с трофейными калашами. Но всем известно, что если зона что-то дает, то что-то и забирает. В тот раз зона забрала у хмеля друга. March 2011, армейские склады. 13 часов 27 минут. Два друга, пришедшие 4 года назад, шли возле военных складов, которые контролировали анархисты. Также они контролировали проход на выжигатель, откуда постоянно перли монолитовцы. Но это были мелкие отряды, задача которых была уменьшить количество бойцов из клана фрименов. Если бы фанатики захотели, то они могли захватить территорию до моста на кордоне. Но им, видимо, это не было столь важным заданием для них. Вообще, хрен знает, что они еще делают, кроме того, что охраняют монолит.
Два сталкера, Хмель и Казак, шли на склады в поисках артефактов. Недавно они нашли там две пустышки и понесли их сдавать ученым на Янтаре. Сахаров хоть и не нравился многим сталкерам, должен сказать, что очкарики вообще мало кому нравятся, но за артефакты он платил щедро. По пути на Янтарь они умудрились найти колобок и два огненных шара. Друзья уже 5 выбросов копили деньги на костюмы «Скат-1». После этой ходки к Сахарову они все-таки приобрели их. Решили они и оружие купить, поэтому и пошли на склады. Есть там уголок, куда анархисты не суются, и Хмель знал о нем. Значит, подошли они к блокпосту, и Казак молвил: «Доброго хабара тебе, сталкер!» «И тебе, кровососа, не видать», — услышал он в ответ. Свободовец по кличке Сириус был в хороших отношениях с Казаком. Естественно, на просьбу пропустить их анархист дал зеленый свет. Небо закрывалось тяжелыми серыми тучами. Это значило одно — скоро пойдет дождь. Пройдя мост, они свернули налево, а затем, пройдя до конца, взобрались на бетонный парапет и ушли в сторону аномалии, которая называлась «Треугольный сверчок». Называлась она так, потому что находилась в дальнем углу армейских складов. А сверчок, потому что после полуночи начинала подпрыгивать и издавать такие звуки, которые напоминали сверчка. Артефакты все время рождала разные, но чтобы пробраться мимо аномалий, которые окружают ее, нужен был детектор сварог. У Казака и Хмеля был такой. Получили они его, когда выполняли задание по охране экспедиции в туннель. Там был контролер, который чуть было не подчинил сталкеров, но один точный выстрел Хмеля из СВД заставил сознание контролера навечно покинуть тело. Сахаров наградил героев детектором аномалий и артефактов «Сварог». Этот детектор был самым лучшим из всех, что когда-либо существовали. Так вот, пройдя мимо аномалий и зайдя во двор аномалии «Треугольный сверчок», они начали собирать урожай. Насобирав 5 артефактов, они начали выходить, как тут внимание Хмеля привлек странный черный куб. Сразу же проверив его счетчиком Гейгера, они были шокированы. Артефакт был абсолютно чист, как младенец. Он был неизвестен обоим сталкерам. Казак попросил меня положить его в контейнер для артефактов в комбинезоне, пока они не возьмут контейнер для переноски артефактов у свободовцев на базе. Пройдя аномалии тем же путем и спрыгнув с парапета, Хмель почувствовал головную боль, а Казак вообще отключился. Начав осматриваться по сторонам и снимая СВД с плеча, тошнота подкатывала к горлу. Внезапно Хмель почувствовал удар в спину, к счастью, недостаточно сильный. Под властью контролера Казак набросился на уже вставшего Хмеля. Хмель среагировал молниеносно. Прямым хуком в челюсть отправил недавнего приятеля в нокаут. Контролер спрятался в одном из заброшенных зданий. Но вот где? Мысленно задав себе этот вопрос, Хмель потянулся к кобуре, но в горло вцепились руки в кожаных перчатках костюма «Скат-1». Слегка присев и отодвинув ногу назад, тем самым убирая одну опору противника, перекинул Казака через себя на потрескавшийся от старости асфальт. Недоумевающий от того, что не может взять под контроль второго сталкера, контролер прекратил атаку и отступил. Хмель понял это, потому что головная боль прекратилась. Нагнувшись к Казаку, чтобы привести его в сознание, он побелел. Казак был мертв. Пси-удары были такой силы, что сожгли нервную систему Казака.
Тот таинственный черный куб он выбросил в первую же аномалию, подумав, что именно он привлек контролера. Но как он ошибался? «Спасибо тебе за все, что ты для меня сделал». С этими словами Хмель положил казака в холодец. Он думал, что пусть лучше его тело растворится в холодце, нежели его обглодают всякие твари. Холодная и в то же время обжигающая душу слеза скатилась по щеке, оставив Хмеля без единственного друга и товарища в этом жестоком мире зоны. Вы слушали рассказ «Черный куб». Автор Павел Кирпатенко. Читал Олег Шубин.